Забивка кросс, это вернее не забивка, а прессовка. В общем, вот кросс, это калибр 32 миллиметра. В общем, какая история. Вот этот состав, это винокур 39, увлажненный водкой 8% от массы винокурича. Вот, в общем, 37 грамм состава набирается, заполняется, потом под пресс, и получаются кроссы. Сейчас. Так, одной рукой не совсем удобно. Ну ладно. Снимаю на мыльницу, поэтому качество другое. Так, ну сначала так вот набираем состав, да. Немножко подпрессовали. Еще набираем. Ну вот здесь мы набрали. Теперь взвешиваем. Все вместе должно весить 861 грамм. Только тогда можно считать, что все в норме. У нас здесь 857,3. Еще не хватает почти 4 грамма. А вот уже 857,1. Короче, 4 грамма еще надо докинуть. Ну, сейчас я все докину, под пресс засуну и дальше сниму. Ну вот, кросс в прессе, начинаем давить. Давление доходит до 100 атмосфер. Все, дальше нет смысла. Все, извлекаем. Теперь без всяких там толчков и так далее, просто начинаем выпрессовывать. И вот сейчас нужно вот этот вот навойничек немножко влево-вправо в этом пузу подвигать. Видно, да? Все, дальше продолжаем. Это для того, чтобы кроссет легко снялся. Вот и все. Благодаря тому, что все взвешивается на весах, все кроссы абсолютно одинаковые, как братья-близнецы. Ну, посмотрим, что получится в небе.